Во время, когда из-за пандемии жители зачастую не имеют возможности посещать любимые спортклубы и полноценно тренироваться, большую роль играет возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Заботясь о физическом здоровье дагупилчан, в разных микрорайонах города появляются все новые спортивные площадки и инвентарь. Все чаще спортивные объекты интегрируются в детские игровые площадки. На Новом Форштате большой популярностью пользуется площадка для стритбола в районе улицы Пекрастес. Многие с удовольствием занимаются и на расположенных здесь же уличных тренажерах. Преобразилось и футбольное поле рядом с домом по улице Резекна, 17. Грунтовое покрытие заменено на искусственное, и вскоре здесь также будут установлены ворота. Погонять мяч на современном футбольном поле совсем скоро смогут и ребята из микрорайона Крыжи. Основа уже подготовлена, и как только установится более сухая погода, будет застелено покрытие и завершены остальные технические работы. На новом строении во дворе домов по улице Страднику и Тукума уже доступна многофункциональная спортивная площадка. Здесь можно как поиграть в мини-футбол, так и позаниматься на разнообразных уличных тренажерах. С комфортом тренироваться на свежем воздухе теперь можно и в Центральном парке. Здесь установлены новые уличные тренажеры. Заботясь о более отдаленных районах, а также по просьбе приверженцев здорового образа жизни, похожее оборудование появилось и в районе Стропской спортивной трассы. Заниматься здесь могут как жители микрорайона, так и многие дагупилчане, которые активно используют трассу для тренировок. Напоминаем, что во время посещения спортплощадок, используя тренажеры, необходимо соблюдать актуальные требования эпидемиологической безопасности и бережно относиться к оборудованию. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.